Ну все. Ну все, братан. Ну все, ты огребаешь. Я все сказал. Привет. Заморозка, маскировка, какая разница? No, save my shit, bro. О, еще и вернуть можешь. Могу. Могете? Могу. А деталька-то какая зашла? Да какая-какая? Никакая на самом деле. К сожалению, я не могу сыграть маховик времени и смертокрыл на одном ходу. Давайте мы его немного разведем. Пусть он будет думать, что у него все хорошо. Хотя... какая разница, он его может просто игнорировать и успеть меня убить. Тут сейчас просто такая ситуация, что он знает, что ему нельзя ничего ставить. Какое звание в КС? Одноногий бандит. Нет, верни. Да вернул, вернул. Возможно, у него уже трусильвер есть. Пусть сытся. Вот так-то я ссусь, понимаешь? Следуй правилам. Тигрила. Хорошо, значит сейчас надо искать таунт или проиграл. Или исцилятор. А у меня ничего, исцилятора нету. Закаскорт таунт тотему. Надо было заказывать Винфури Гая. Заказ карт Винфури Спикер надо было. Не туда магию потратил, ребят. Не туда мана слилась. Очень слабо, очень слабо. Не всегда маги побеждают. Иногда они колдуют. Иногда колдовство проходит мимо, ребят. Надо было, конечно же, Винспикера заказывать. На всю ману. А я, вот видите, таунт тотем заказал. Дурачок, дурачок. Этого не хватило. Сразу видно, слабый волшебник. Слабый волшебник бы такое дело просчитал. Заказик на другое бы потратил. Очень слабо, очень слабо. Был же Винспикер, ребят. Очень-очень-очень слабо. Долго соображал.